Друзья, всем добрый день. Итак, с вами компания Global Park. Меня зовут Роман. Сегодня на аукционе такая вот машина есть. Kia K5 2018 года. Машина участвовала в авариях. Были аварии, но не сильные, небольшие. Никак на этот не влияют. На коробку, на двигатель никак не повлияют они. Удар сзади был, друзья. Удар сзади. Получается, вот в эту часть. Здесь все это вытянули, ничего не меняли. Основной лонжерон целый, как вы видите. Вот, вот здесь вот они вытягивали. Удар прошел, ну, не сильный удар. Он даже до середины не дошел. Вот. Смотрите внимательно. Здесь уже оригинал стоит, без сварки. Вот, только вот в этом месте они вытягивали, получается, вот эту часть. Вытянули, друзья, достаточно хорошо. Так, сейчас я покажу. По зазорам все в порядке. Зазоры все совпадают, все отлично стоит. Мастера хорошо поработали. Так, спереди получается был тоже не удар, а скорее всего задела машина, может быть, от того, что когда сзади ударили машину, она, может быть, спереди тоже кого-то задела. Вот эта часть, вот это крыло, замена крыла вот этого. Капот не крашеный, не битый, капот оригинальный стоит, дверь крашеная. Короче, вот эта часть, вот эта сторона вся крашеная получается, друзья. Вот. Эта машина до Казахстана с доставкой примерно можно сегодня, если купим, можно будет за 8000 долларов вместе с доставкой до Казахстана, друзья. Кого интересует, комплектация Prestige, бензин пятого поколения, газ пятого поколения. В принципе, коробка работает нормально. Никаких нареканий не замечено по коробке, по двигателю. Но салон, друзья, такой вот. Салон надо будет делать химчистку. Машина, скорее всего, после удара стояла долго где-то у мастера. Видно, не было денег ремонтировать. Вот. Друзья, кого заинтересовало, давайте напишите. Сниму отдельно подробное видео, расскажу про машину. Спереди сейчас я покажу, лонжероны все целые. $8000 с доставкой до Казахстана можно будет ее сегодня купить. Пожалуйста, герметик везде родной стоит, во всех частях. То есть это вот здесь уже, вот здесь все это родное стоит. Вот это крыло скрывалось, красилось. Ну, крыло было заменено, и крыло новое стоит здесь. Крыло новое. Капот оригинал стоит, пожалуйста. Все. Лучше вот так вот снимать. Нормально, с капотом все нормально. Эта часть не открывалась вообще. Друзья, следующая машина у нас сегодня на аукционе — Hyundai Tucson 2020 года. Машина не битая, не крашеная. В белом цвете, отличная. Сейчас. Смотрите, друзья, по комплектации. Драйвер мод, то есть переключение режимов. Эконом, комфорт режим, эко режим и спорт режим. В спорт режиме, кстати, на этом...
Чистяк работает. Так, обдув сидений, пассажирского и водительского, подогрев сидений, подогрев руля, автоматический климат-контроль, дополнительно круиз-контроль, датчик удержания в полосе машины, плюс система антизаноса, автоматическое открывание багажника, также электропривод сидений. Вот эта кнопка, я не знаю, что за кнопка, друзья, я, честно сказать, не могу разобраться. Так, нету панорамной крыши в этой комплектации. В принципе, по комплектации все. Машина не битая, не крашеная. Салон очень аккуратный. Пробег у машины составляет 16 тысяч. Так. Единственный недочет по машине, это вот здесь вот такая вмятина. Куда-то уперлась машина. Я думаю, это вакуумом можно будет высосать, подправить. Пожалуйста, вот автоматический багажник. Вот багажный отсек вот таким образом выглядит. Так. В принципе, все. А, блин. Автоматически же. Что у нас под капотом? Двигатель 1.6, бензиновая версия. Мотор GDI, турбо GDI, то есть мотор. Лонжероны все целые, машина не билась, не красилась. Мистер Пак, посчитали, сколько с доставкой примерно? С доставкой до Казахстана, сейчас мистер Пак посчитает. Также есть подогрев сидений пассажирских. 19 700 долларов. В принципе, я думаю, считаю, что машина в идеальном состоянии. Кому понравилось, пишите заявки, друзья. Друзья, следующий автомобиль сегодня вот такая вот Kia K3, 2019 год, пробег у машины 26 тысяч, в спортивных обвесах, объем двигателя 1.6, так, ну машина битая, получается сзади очень сильно ударили ее, вот эта часть, она вся переварилась. Вот эта вот часть вся переваренная. Покажу. Видите, вот она. Сварку вот здесь сделали. С этой стороны оригинал. Вот. Вот эта часть вся она переваренная. Видите, багажника. Старт цены 10 миллионов 800 тысяч. Kia K3, 2019 год. Пробег 26 тысяч. Комплектация Prestige. Хозяин, видно, очень любил свою машину. Очень в салоне аккуратненько пахнет. По комплектации климат-контроль. Умный ключ, бесключевой запуск. Круиз-контроль. Подогрев сидений, обдув сидений, пассажирских, водительских. Driver Mode, это переключение на режим эконом, комфорт и смарт. Подогрев руля, управление парктрониками. Ну вот как-то вот так вот выглядит комплектация Prestige, Kia K3. Сейчас с этой стороны. Так, нету электропривода сидений, нету. Полное управление электрозеркалами, также стеклоподъемниками. Дополнительно присутствуют функции датчик удержания в полосе, датчик слепой зоны, плюс система антизаноса. Вот такая вот машинка. Спереди удара не было. Машина
Машина кто-то сзади вот влетел. Салон очень чистенький, аккуратненький. Хозяин, видно, ухаживал за своей машиной. Вот так вот, друзья, вот такая вот Kia K3 в спортивном обвесе. Так. Ладно, пойдем дальше, посмотрим, что у нас есть. Старт цены 10 миллионов 800 был, но машину уже купила, купили машину, не успел снять. За 11 миллионов вон она ушла. Итак, друзья, на сегодня последняя машина. Kia K5, также 2018 года. И тоже в спортивных обвесах. Посмотрите, кого интересует такая вот машинка. Она сегодня не ушла с аукциона, она стояла самым первым номером. Она не ушла с аукциона. Цена ее старт цены был 16 миллионов 200, кажется, точно. Комплектация Нобелис у машины, друзья. Так, что у нас в Нобелис комплектации? Деревянные ставки, подогрев сидений, обдув сидений, руля подогрев, драйвер мод, переключение режимов, дальше электропривод сидений, память сидений, плюс управление зеркалами, стеклоподъемниками. И здесь он что-то натыкал по электрике. Вообще непонятно, что это он здесь наделал, что эти кнопки значат все это, честно говоря. Ну вот, включились. Подсветка включилась. Что еще это включается? Не знаю. Флейм бит какой-то. Что это? Для чего это все нужно? Так, откроем капот. Машина сегодня не ушла с аукциона. На следующих торгах, на следующей неделе, я думаю, машина эта немного в цене упадет. Можно будет, кого заинтересует, можно будет за нее побороться. Примерно сейчас так вот покажу я. Давайте посмотрим, что у нас под капотом. Так, машина не битая, лонжероны все аккуратненько, все целое, чистенькая машина. Хозяин очень ухаживал за машиной, крылья вроде бы не скрывались, капот оригинальный стоит, друзья. Так, и вот здесь что-то он натыкал, всего непонятно, что это, куда это, для чего это идет, честно. Я не знаю. Так. Такая вот у нас Kia K5, 2018 год. Пробег у машины. О, сиденье отодвигается, память сидений есть, когда дверь открывается. Так, 42 тысячи пробег. Но машина почему-то не заводится. Все включается, но что-то не заводится. Климат-контроль, круиз-контроль, камера заднего вида. Так, а что это все значит? Что-то я вообще не разбираюсь, как она включается, почему она не включается. Машина сегодня с торгов не ушла. Ладно, так. Ну а че она не... Что-то он здесь по электрике натыкал. Непонятно ничего.
Так, регулировка сиденьями здесь, и он еще дополнительно сам хозяин ПЗЗ сделал регулировку сидений пассажирским. Так. Сзади у нас... Ну, салон аккуратненький, чистенький, хозяин следил за своей машиной. Еще здесь какая-то вот прибуда, это для флешек прибуда. Я не знаю, как машину включить, завести. Честно. Может, никто из дилеров не знает, и поэтому ее сегодня не купили. Машина не битая вроде бы. Сейчас посмотрим. Спереди не битая. Так, амортизаторы стоят. Пружины. Интересно, откуда это спереди, сзади? Ага. Лонжероны целые. Нет, там внизу тоже целое, не могу достать пружины тяжелые. Так, с этой стороны посмотрим. Нормальненько все. И с этой стороны тоже все отлично. Спойлер. Ну как-то так, друзья. Комплектация Nobilis. Он, по-моему, подрезал пружины. Кажется, подрезал пружины. Подвеску, кажется, занизил у машины. Кого заинтересовал эта модель К5? В спортивном обвесе таком, пишите заявку. На следующей неделе эта машина должна тоже быть на аукционе, должна будет выставляться, потому что сегодня она не ушла с аукциона. Комплектация Nobilis. Также подогрев сидений пассажирских задних. Ну и в принципе все. Только не хватает люка в этой комплектации. Только не хватает люка. Ну что ж, друзья, сегодня на этом все. Наш выпуск сегодняшнего аукциона заканчивается. Обзор цен. Сегодня мы не взяли ни одну машину. Мы боролись, но наши ставки не сыграли.